Всем доброго дня, королевы, мои короли. Ютуба и Яндекс.Дзена. А то Яндекс.Дзен обижается. Разве мы не королевы и не короли? Это фонтан у театра. А театр знаете какой? Театр Надежды Кадышевой «Золотое кольцо». Поэтому и фонтан в фоне, в виде колец. Шумный, правда, шумный такой. Сегодня Лариса выступает здесь, в этом театре. Вот сейчас репетиция прошла. Вот он, театр «Золотое кольцо». А вот где он находится? А, вот, так, Тимирязевская, 17. Лариса сегодня две песни поет. Сейчас репетиция была так красиво. Задники такие шикарные. Здесь живой звук. То есть ни фонограмм, ничего. Сами все поют, артисты. Рождественского. Да, Роберта Рождественского сегодня песни будет. Красота. Нам в Москве немного так прохладненько. Ой, сколько там голубей. А вот там сидит Баба-Яга на лавке. Баба-Яга так хорошо вписалась. Сколько голубей. Ох, батюшки. Человек там спит и голубями не мешает. Ух ты, какая она роскошная. Ну, крупновато, конечно. Ну, вот такая с сумкой. О, голубь даже не боятся, не улетают. Люблю тебя и наяву ищу. Так она с магазинов идет, у нее пакет в руках. И что, это прям бронза или это выкрашенная? Не знаю. Косы у нее заплетены-то. Что, какая-то современная Баба-Яга. Хоть и в лаптях. Прикольно. Но она летая с лавкой вместе. Да, все из металла. Люблю тебя и моего ищу. Ну вот так-то. Так что если получится, я вставлю песню в это видео. Ну, получится в плане, если YouTube пропустит. Ну, конечно же, нужно еще показать вам с этого ракурса. Более правильного. Театр. Надежды Кадышевой. На программка, концерт юбилейный, посвящен 90-летию поэта Роберта Рождественского. Министерство культуры Российской Федерации, все серьезно. Режиссер Кремля подготовил эту программу, репетировал каждый номер. И у Ларисы здесь две песни. Одну она сама поет, а одну в дуэте. С Александром Шелуновым. Вот они с Александром поют. А, это она сама поет, приснилась мне. А здесь 17-я. Нет, тут она не 17-я, под другой какой-то, по другим номерам. Вот рядом «Эхо любви». Лариса Гордира и Александр Шелунов. Песни, конечно, гениальные. YouTube пропустит записи песни, то я выложу. Это фойе, уже начинают приходить зрители. Можно перекусить бутербродами, попить кофе. Стоят столики. Покажу вам, вот оно фойе, вход. Самовары стоят. Здесь большой, там в кафе маленькие. Это, значит, ее, наверное, логотипы, да? Ну да, НК. Надежда Кадышева. Здесь, говорят, еще стояли раньше платья ее, а сейчас... Или, может быть, отдельная комната. Или убрали на лето. Может быть, приводят в порядок их. Здесь ее портрет, по-моему, висит. Да, вот ее портрет. Жаль, нету платьев. Или, может быть, в комнату какую-то выделили отдельно. Наряд на ней, видите, какой активный, много всего. В
в огромном этом багете. Кристина доделывает Ларису. Скоро выход. Смотрите, в каком Ларисе платье. Невероятно. Как ей хорошо желтый цвет. Волнуется, переживает. Здесь тоже девочки ждут своего выхода. У них тут сменные костюмы с кулисами. Я тебе, земля, низко кланяюсь.
Александр Шумилов и хореографическая студия «Карусель». Арно Бабаджаняна «Приснилось мне» поет Лариса Гордьера.
Спасибо. Музыка Евгения.